Всем привет, мы сейчас будем записывать игрушку, дальше пойдем. Вот сюда надо идти. Вот. Да, можно до этой стелы дойти и переместиться сюда. Ты что? Да и все. Ну давай. Так, где он? Вот он там находится. Да, где стелла? Видишь? Это восточные ворота Марцеллы. Так, с этим поговорим. Не разговариваем. Да вон эта штука. Ну чё, прошёл мимо. Где она? Ты сам не видишь. Нет. Мы перемещаемся. Вот сюда, вот на старую заставу. Переместились. Красиво в картинке. Да. Очень красиво. И кораблик. А теперь куда идти? Не дойти, надо прямо туда и вверх. Ну, мне кажется, надо прям туда идти, туда идти. Я не понимаю. Нет, ну... Ну, вон же выход, видишь, не там. Значит, туда. Через заставу. На выход. А теперь куда? Туда? Ну, конечно. Ну нет, можно туда пойти. Или да, вон где эти вот. Точно тоже. Черные вот эти, да, всякие. Это точно сюда? Да, реально точно. Где-то мади были. О. Ну туда можно пойти. Ну, кто из Телли подойти, почему-то мы ее не знаем, что с тобой. Не выйти отсюда просто. Не сюда, не нужно пошел. А там что красное? Вверху, вверху, с той стороны что-то красное. Да ладно, просто. Сколько красного сидим? Там подсолнух, смотрите, как много. Они такие красивые. Можем хоть с другой стороны зайти посмотреть уже. Они такие красивые. Подсолнухи. Можно прям по ним походить, видишь. Подсолнухи. Их так много. И там очень таких семян много. Ну, какой-то дядька стоит, видишь, пойдем к нему сходим. Шар. Ну, шар, понятно, сейчас вот эта тетка стоит. Спасите! Убивают! Что-то я не вижу, чтобы здесь кого-то убивали. Я жена старосты Риквеля, а он и еще несколько наших. Вот я больше ничего не знаю. Стража ваша присоединиться не желает? Да кто их, негодяев, знает? Сказали, что деревня на... Помогать надо эти два ассистента. Да? А вот там что за пузырь? Давай посмотрим, что за пузырь. Как было попасть к этим границам? А, вот, наверное, с этим пузырем удариться идти надо. Нет, вот. Не туда. Вон какой-то пузырь. Да. Это большой какой-то дом. Да, это защитное поле, да? А куда идти подраться? Там драка, вот это, ну, вот это драка. Ну, естественно, в Риквиле нет, он тоже прямо надо идти. Вон там сверху какая-то штука еще, я смотрю. Там вот сюда переместиться. Прости, медийный мельник, это вообще вот там где-то. Вот сбоку. Мельница, да, видишь? Угу. Люди на мельнице, что? Ну, где-то там, видимо, ну, где-то. Клад где-то. Я не вижу, вот он где. Кто там на мельнице напал?
Вы кто такие? Где стража? А ты кто? Еще один родственник. Кузнец я. Коман, я. Аду... Веди к мельнице. Подожди, кому-то еще армию не добавили. Сейчас добавим еще в армию. Вот у нас есть еще. Кто у нас был в армии раньше? Вот эти вот элементали добавляли, да? Не помнишь? Да. Что-то всего один добавляется. Может, кто еще есть? А, эти есть у нас. Эти есть. Вот этих вот мы по-моему, белых раньше сейчас еще ставили, да? Давай лучше каменного, чем белых. Ты вот самый сильный. Вот этот стелец, что ли, сильный? Сейчас быстро покажем, кто их насильный, да? Вон какая у нас армия. И у них там одни стелеты. Да? Да. Печка сюда. Эти сюда. Местами поменялись. Ты не сразу спрятались, смотри, за это. Они спрятались. Давай камень много. Мы просто сделаем, оказалось. Видишь? Камень, наверное, видишь, не достанет для этих. Хотя бы, может, там не до того он что-то. Вот, может, на этим достанет. Не мешает, видишь, тут 110 на понастали специально, чтобы не мешались. И столько сена не выстрелит. Стрелами по этим деревом. Нет, что ты знаешь, что там? Все нормально. Пойдем драться с ними. Хватит церемониться. Сразу почти всех перебили, смотрите. Один остался. Да, кто же? Чудаки сильнее, чем чудаки. Не всего, это один ход ходит, что ли? К этим можно попасть. Тут не лучше, давайте. Этим стрельным. Вот этим, да? Угу. Война смешная прям. У них двое лучше, посмотри. По-моему, не доставать, а? Давайте. Они сами чудаки. А мы сложные утюги. Если они по нам, мы по ним. Нормально находишь быстрее, да? Угу. А этого хоть за один раз положили. Блин, я же на тени хожу опять. Давай этого добьем, это не надо делать, уже стоит тут. Лопит руками.
точку. Может быть, добьем его. Давай ко мне этим. Эту добьем, а то нет. Давай. Дойдем. Трус избегает, знаешь. Не знаю, куда пойти, чтобы можно было поймать. Никогда не достаем. Давай ждем. Ну, можешь на охладе сидеть, а? Будь здоров. Кто у нас ходит? Не. Дергай, пожалуйста, начало. Не все, да? Я же не вижу. Кто-то еще остался что-то? А где они еще остались? Ты вообще видишь? Я вижу это. Красное уже. Эти стреляющие. Все, я остался. Беда. Даже не все погибли. Итак, мы восстанавливаем наши отряды. Все. Могли мы людям разобраться с отрядами. Ну ты как? С тобой все в порядке. Еще повоюю. Так, Комаса я знаю. А вы кто? Долго рассказывать. Тебе довольно знать, что я действую по воле принца. С Марцеллы, значит? А где эти наши стражники? Они же обещали нас охранять! В последний раз я их видела прячущимися за воротами. Слышишь, Комас? Так у него же бумага. Такая, с гербом. Ты головой подумай, Комас! Разбойники они! И пограбить? И на что он надеется? Стражи его не впустят. О, Комас и Бензизи! Это да, так я... побудь здесь. Сказали? Нет, тут стоит еще мелькая штука. А мы ее трогали? Сейчас подрядим. Штука у нас хмела. Это лап начали. Ничего больше нет интересного тут. А я вижу, это что нарисовано. Да. И машина. О, сколько пшеницы. Так, куда мы идем? Сюда? А это что такое использовать в деревне? Thank you.
Все, сейчас дойдем до Риквеля и ходит на сегодня. Не опоздать бы на самое интересное. Это? Я думал, ты. Ты ее был. Много раз, нет, скажи. А почему вот это синяя? Ну, она заколдована. И кем же я сегодня буду? Миротворцем? Ладно, все, на этом наше предложение на сегодня закончено. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Па-па-па.